взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». София Воликова, 7 лет. Я хочу, чтобы все люди на земле были добрыми, как моя бабушка Валя. Она даже разрешает мне кушать пиццу. Если все бабушки будут, как она, да и все их внуки вырастут тоже добрыми людьми. Доброта в мире очень нужна. Есть такие люди, которые не соблюдают доброту, поэтому они нехорошие. А надо, чтобы все дружили, помогали друг другу. Когда не ссорились и не дрались, тогда все люди на земле будут счастливы. Взрослым о важном.